Та самая рыба Камчатского края вновь в Магнитогорске. Гостить выставка-продажа будет в городе последний раз перед новогодними праздниками. Купить вкуснейшие деликатесы к праздничному столу можно по 18 декабря в торговом центре «Славянский». Разнообразие, от которого разбегаются глаза, в торговом центре «Славянский» для жителей и гостей города вновь начинает свою работу выставка-продажа «Та самая рыба Камчатского края». Для жителей и гостей города будут доступны деликатесы – красная икра, натуральная печень трески, мясо камчатского краба, деликатесы с первой фаланги – то, что более всего ценится. И, конечно, новинка этого сезона – черная икра, которая обладает уникальными свойствами. Регулярное употребление ценного продукта в небольших дозах улучшает состояние костной ткани и нормализует давление, что актуально для людей старшего возраста. Так что баночка черной икры станет отличным новогодним подарком родителям, а также бабушкам и дедушкам. Осетровая и икра стерляди. Чем полезна данная икра? В ней очень много аминокислот, в ней очень много йода. Приходите, мы вас очень ждем. И, конечно, на выставке продажи гурманов ждет разнообразие той самой рыбы Камчатского края. Белорыбица, палтус, королева лососевых чевыча, вкуснейшая семга, нежный муксун, богатая никотиновой кислотой зубатка, рыба горячего и холодного копчения, вяленая, слабосоленая и вялено-копченая. Что важно, вся продукция имеет сертификаты соответствия, поэтому высокое качество гарантировано. Рыба у них всегда очень вкусная, постоянно берем. Чевыч, у них очень вкусный, слабосоленый чевыч. Мое желание исполнилось. Чевычу купила, форель купила. Обратите внимание, ту самую рыбу Камчатского края можно найти только по указанному адресу. Торговый центр «Славянский», улица Советская, 162. За покупками горожан ждут с 13 по 18 декабря. Напомним, это последняя возможность до Нового года приобрести вкуснейшие деликатесы.